Спустя 73 года они обретают свои имена. Под Санкт-Петербургом в братской могиле времен Второй мировой поисковики нашли останки 13 солдат из Хакасии. Уже откликнулись родственники одного из них. Имя героя — Тимофей Владимирович Борженков. Его дочь и внуки сейчас живут в Усть-Абакане. В семье не осталось ни одной фотографии солдата. И новость о том, что он найден, сейчас единственная связь с прошлым. Семья в ближайшее время собирается побывать на могиле своего героя. Первое чувство, вот мурашки по коже пошли от волнения, потому что это неожиданно было так. Ну, как бы, столько лет прошло, и вот такое известие, как бы, это из тех времен, с той войны, это вообще было, конечно, ну, шок, вот честно, если. И просто удивительно, что люди занимаются этим, и ищут, и находят, и вообще это, как бы, очень большая им благодарность за это. Дети и внуки Тимофея Владимировича Борженкова пока первые, кто отозвался. В списке остается еще 12 имен солдат из Хакасии. Поисковики надеются, что их родственники также выйдут на связь. Более подробную информацию можно получить у специалистов Госкомитета по делам молодежи или в их группе в соцсетях.